Жилой комплекс «Дом на Покровском бульваре» находится в Басманном районе столицы в окружении памятников архитектуры 18-19 веков. Здание имеет сложную конфигурацию с тремя выступами, образующими небольшие внутренние дворики. Высота секций от 7 до 11 этажей. Элегантные фасады комплекса украшены витражными окнами, ажурными коваными элементами и дорогими отделочными материалами. Все это придает дому изысканный и эффектный вид. Общая площадь помещения составляет 35 тысяч квадратных метров. В жилом комплексе находится 207 просторных апартаментов премиум-класса метражом от 97 до 790 квадратных метров. Верхний этаж традиционно отдан под роскошные пентхаусы с каминами и выходом на благоустроенную зону отдыха на крыше. Во всех лотах панорамное остекление и индивидуальные санузлы в каждой спальне. Некоторые апартаменты имеют лоджии большой площади, окна на обе стороны дома, подсобные помещения и даже бассейн. Одно из главных преимуществ элитного жилья – инновационная инженерная система, которая обеспечивает высокое качество жизни. Здесь имеется многоступенчатая фильтрация воды, вентиляция, индивидуальное отопление, современные лифты, кондиционеры и многое другое. Застройщик жилого комплекса – крупная строительная компания «Донстрой», основанная в 1994 году. На ее счету порядка 20 объектов, отмеченных отраслевыми премиями в России и за рубежом. Финансовую поддержку строительства осуществляют в надежные банки с выгодными условиями ипотечного кредитования. Дом построен в тихом зеленом квартале, однако с транспортом здесь проблем нет. За 10-15 минут можно дойти до станции метро Чкаловская и Курская. Рядом расположены также остановки автобусов и маршрутных такси. В пешей доступности от жилого комплекса находится крупный железнодорожный узел – Курский вокзал. На автомобиле с территории удобно выехать на Садовое кольцо, дорога от него проходит по спокойным улочкам, где практически не бывает пробок. Расстояние до Кремля приблизительно 3 километра. На первом этаже здания расположены общественная зона и разнообразные объекты внутренней инфраструктуры. Не покидая территории жилого комплекса, можно посетить спа-процедуры, фитнес-зал, получить консультацию косметолога и диетолога. Повседневные заботы возьмет на себя консьерж-служба, сотрудники которой внимательны и предусмотрительны. В подъездах и общих пространствах работают камеры, вход на территорию через пропускной пункт. Зеленая зона оборудована детской площадкой, аллеями с газонами и лавочками. В другой части двора находится автостоянка для гостей. Подземный уровень отдан под вместительный паркинг на 425 боксов с автомойкой и хозяйственными помещениями. Вокруг комплекса вовсю кипит жизнь большого города. Здесь сосредоточено много торговых, социальных и развлекательных заведений. Буквально в 50 метрах от дома красивейший Милютинский сад – уникальное место с богатой историей. Особенно понравится здесь ребятишкам. Для них устроены игровые площадки, скейт-зона и кружки по интересам. Любители прогулок на лоне природы найдут в саду тихие уголки, где можно насладиться покоем и уединением. Центральная часть Москвы богата на разнообразные учебные заведения. В двух шагах от жилого комплекса находится школа «Покровский квартал» – крупное бюджетное учреждение с дошкольным отделением. В 15 минутах ходьбы работает детский сад «Школа сотрудничества», в которой занятия проводятся на русском и английском языках. Дети от 2 до 7 лет изучают основы математики, логики, развития речи, природоведения. Жилой комплекс «Дом на Покровском бульваре» – это просторное жилье, современное инженерное оснащение и удачное расположение в центре города. Отличный вариант для тех, кто выбирает эстетику, функциональность и комфорт. Агентство недвижимости «Чесноков» является экспертом данного проекта. Тысячи семей сделали правильный выбор с помощью наших специалистов. Каждый из них получил удовольствие от выгодной покупки, а также сэкономил время и деньги. Помощь в подборе подходящих вариантов осуществляем бесплатно. Номер в описании. Добро пожаловать, друзья!